Добро пожаловать на канал Hardreset Info. Передо мной находится устройство Galaxy S22 Ultra. И сегодня я покажу вам, как на данном устройстве включить навигацию с помощью трех кнопок. Вот здесь вот, которые будут находиться внизу. И для этого нам нужно перейти в настройки, далее выбрать дисплей. Идем дальше вниз, и здесь у нас будет навигационная панель. Выбираем и выбираем кнопки. И все. Теперь у нас появились наши кнопочки. Можно еще выбрать порядок, в котором они будут стоять. И на этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.